Да. Сейчас корефанчики с работы подтянутся. Мы здесь посидим на кухонке. Побазарим немножечко. Так сидите, конечно. А это, стульев-то у нас не хватает. Ты, может, сходишь до соседки-то? Че, стул вам взять? Не, посиди там. Слышь ты, блатняк недоношенный, ты сейчас у меня базарить знаешь, где будешь? Ну-ка, брысь на балкон и там базарь! Ты чё? Ты чё горюешь-то тоже? Ну. А чё за суп сегодня у нас? Гороховый. О, а меня когда завтра на стрельбу отправляют от работы? А никто ничего не заметит. А хотя подожди, они же могут спросить, выдали 5 патронов, а выстрелов 10 произошло. Ты главное гильзы ронять не начни. Тоже верно. Не буду суп. Да что там возишься-то все? Гадаю на кофейной гуще. О, ну что гадаешь? Поднимут зарплату или нет? Ну и что там? Да нифига не понятно. Посмотри, я не понимаю. Я думаю, нет. А чё?